дамбу. Там лазерное шоу показывают по ночам, поэтому мы едем уже ночью. Когда стемнеет, начинают показывать. Ну, вот она. Вот она, эта плотина. Вот она как полотно белое. Тут лазерное шоу показывают ночами. Как кино. Люди ходят сюда в туалет, кто сидит там. Туалет женский, мужской. Горы. Вот
на этой воде сейчас показывают нам как раз лазерное шоу. Типа музея. Все разные старые, видно, инструменты, которыми пользовались раньше. Привет.
президента, средство какое-то. А вот президент Франк Рунгель. Здравствуйте. Полио. В 1921 году, и, наверное, переводится, и имел парализованные ноги. Это средство было его способом передвижения на этой дамбе. Мы построили эту дамбу. Строители показывают, как они что делали. Или они проверяют там воду и присылают что это означает. Наверное, так. Эти девушки стоят с этими бутылями. Типа она символизирует, что эта вода идет из разных штатов. И каждый в руках это бутылка. Символическая такая церемония.